Итак, всем привет, дорогие друзья, я с вами, как всегда, Саня Сейтфу, и мы проходим мод «Путь в Припять». Что я могу сказать? Могу сказать, что нам нужно купить аптечек. И что мужик, чуть... ты оружие-то спрячь? И что-то 20 FPS, когда было 70. Ха. Интересно, девки бляшут по 4 штуки в 5. Я шучу, конечно, вряд. Слушаю так, тебя. Я тебя тоже слушаю. А ты где, слушатель? Где слушатель, который подхилит меня? А, вот тут. Где-то тут. Вот ты. Не нужна медицинская помощь. Привет, брат. Я у тебя куплю вот это. Сколько у тебя стоит? Куплю все, какие у тебя есть. Куплю вот этих еще. Штук 8, вот так вот. Вот нифига себе. А, я посмотрел на его деньги и чуть не охренел. Так, еще нам нужно вот это... И купим. И 3000 мы должны оставить для того, чтобы пройти то место, ту границу, если так можно назвать. Так. Пойдемте. 24 чувака у нас. Или что это такое? Ты оружие-то опусти, мужик. Да, это 24 чувака у нас. 40 патронов по обойме. Показывается вон там. Я только сейчас заметил. Давайте сохранимся. И пойдемте. Обойдем машину стороной. Так, как вы поняли, машина радиоактивная, и из-за нее я чуть не сдох. Хотя я мог купить сейчас костюм какой-нибудь от радиации очищающий, да? Мне впадло. Вот, радиация сразу подбавилась. Но, ничего, пока не будем юзать. Когда уж будет категорически плохо, тогда юзнем. А так не. Не стоит. Но я думаю, тут же вы еще не взяли ничего, да? Не, потому что мы бы не могли добежать. Мы, у нас в прошлой части не получилось. И в этой у нас получится все, я думаю. По крайней мере, так. Радиация все-таки снимает чуть-чуть, но все равно, пока мы ее трогать не будем, артефактов пока никаких нет, детекторов нет. Сейчас мы это. Слушаю. Привет, тебя. Брат. Привет. Пока. Привет, пока. Хорошее общение. А, у тебя еще патроны привет, подаются. Брат. Вроде как. Что они у тебя дороже стали? А нет, они у тебя так и стоили, по идее. Хотя, нет, зачем нам патроны? Оставим деньги. Вдруг понадобится еще кого-нибудь подкупить. Так, а если бы я в костер в прошлый раз не наступил, я бы успел добежать, конечно. Нам теперь нужно на ту локацию, и там на той локации уже искать в аномалии что-то там. Так, она у нас, переход он у нас там. До него добежать не так трудно, просто там могут быть мобы, которые, кстати... Видите, что я вижу, да? Это был кровососня, который что-то забыл и стоял. Наверное, что-то там устал бегать. А то он любит бегать. Встал, решил отдохнуть. Отдохнул. Называется. Ну, пока радиация вообще ничего не отнимает. Она отнимала тогда, когда у нас это... Тогда, когда у нас, мы покоцались на костре, и поэтому у нас она отнимала дофигища. А как раз наемники оттуда и вышли, да, из той локации. Потому что они шли именно с того направления. Привет, братин. Офигенная винтовка. Красная радиация. Ну, сейчас мы юзнем уже, я думаю. Так. Локацию переходить нельзя, когда у тебя радиация, поэтому я юзаю ее сейчас. Вот, все. Так, давайте. Теперь перейдем нам туда, да? Да. Тут даже без всяких... Хочешь, не хочешь, сразу идешь, и все. Зона, наверное, радиоактивная. Вот это, скорее всего, к которой мы переходим. Но, не знаю. Мод, кстати, очень стабильный. И да, ребят, я забыл вам сказать. Не забывайте то, что в этот мод можно играть только на динамическом освещении. И то, что если вы будете играть, пытаться на статическом, у вас просто вылетит при начале игры. Вот я вам что скажу. Поэтому этот мод работает на статике. Нихера себе. Это пипец. Фига себе начало. Неплохое такое начало.
Сейчас мы загрузимся и сразу ставим снайперку и по хедшоту им ставим. Ну хотя хедшоты со снайперки он скопом не поставим. Но все равно. Киндарчик наш. Ну, офигенная винтовка, ребят. Зомби, которые на меня внимание почему-то... О. Почему-то не хотели обращать. С грозой? Офигеть. Патроны от шинковалки, два этих. Офигеть. Крутые зомби. А ты у нас чем, тоже с грозой? Окей. Гроза-то неплохая. По идее, штука-то. Хотя, не сказал бы. Тут у нас наши нейтральники. Опа. Долг? Нормально. О, так это ришки. Чем пришел? Опять Барри, да вы издеваетесь все что ли своим Барретом, а? Ребят, вы же знаете его без прицела. О, вы же знаете, что я люблю Барретт. Зачем? Зачем так делать? Это что такое? Витязь, окей. Барретт абсолютно везде подается. И Барретт, вот это, у нас какие патроны? Я постоянно забываю. У нас не эти. Так, Крис. Неплохой, но ни о чем, честно. Ты у нас кто? Здорово. Так, все вот это сейчас прочитаем. Поотремонтируем его. Хрен получится отремонтировать. И это тоже. По идее. Так, что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, если честно. Можем продать детектор. Вот это, кстати, охрененная винтовка. X8, она просто по виду офигенно. Вот наша винтовка. Вот плохо, что... Вот сделали бы они так, что вот это вот оружие, которое вы получаете, оно только можно получить за квест. А это торговец у нас. Ну, то есть хиллер. Хиллер наш. Бытовой. Так. Это, конечно, все зашибись. Как? Давайте посмотрим, может, тут есть какие-нибудь тайнички. Ну, главные локации заселены, как видите, и неплохо заселены. И вообще мне механика мода нравится. Ящички какие-то странные. А что за ящик-то вообще? Они там кого-то карают. Кого там караете, ребят? Неплохо. Неплохо у вас лут. О, это можно продать, я думаю. Кстати, у него урон-то покруче будет, чем у нашего. Без команды не расслабляться. Давайте посмотрим, как выглядит Таук. Круто выглядит Таук. Давайте посмотрим. Шинковалка ты у нас, да? Давайте мы... Классная модель. Прицел внизу. Нет, я не то хотел сделать. Хотел посмотреть, не можешь ли ты у меня купить, допустим, можешь, за сколько? За 2000. А это за 6000. Но это улучшенное просто. Кстати, смотри, давайте посмотрим. Темп огня, повреждений меньше, удобность лучше, точность не меньше. Дайте, кстати, как-то они странно сравниваются, на самом деле. Вот, чтобы сравнить, нам нужно поставить, наверное, вот так вот. Теперь сравниваем. Нет, вот оружие. Так, вот. Теперь смотрим. Что у нас?
Это проигрывает по всем параметрам. Проигрывает по повреждению чутка. Нет, она причем не улучшается, так что мы ее продадим. Я привык к своей, поэтому ладно. Походим с своей вот так. Тебе сразу. Вот это мы ставим наоборот. Вот, да. Вот так вот. Вот так вот ставим. У нас сколько? 2800, да? 2800, значит. Хорошо. Хотя можем купить патрон для Барретта, которые нам не нужны. Мы хочем жрать. Давайте пожрем. И пойдемте. Кстати, кто это такой? Телохранитель или что это такое за иконка такая? Время. Торопец, ты что такой грустный? Проверить указанную точку. Мы набрали задание, давайте посмотрим, какие у нас задания есть. Найти инструменты. Так, давайте вот этот пройдем. Давайте. Я думаю, там будет радиация. Все-таки. Тут у нас, кстати, куча трупов, и это очень хорошо. Знаете чем? Тем, что на них, в них-то дроп есть, есть, а дроп не всегда плохой, может быть, хорошим здесь. Ух ты, там их много. 17 всего. О, ребятишек. Ребятишек. Ребятишек, ребятишек. Ух ты. Я их просто не вижу, на самом деле, поэтому побежал. Теперь вижу. Надо стрелять именно в голову. Много-много снорков здесь. Так, мне нужно не снорки, мне нужны эти, зомбики. Потому что зомбаки имеют какое-либо оружие, а это очень круто. Ты с чем у нас? С калашиком? Какой-то ты бедный, могу тебе сказать. Чувак. И ты тоже у нас. Окей. Тебя нельзя было обыскать, это очень странно. Ой, ты у нас. Ого. Корова сосня тут лежит. Радиация? Не, радиации нет. О! Или мне показалось, или тут был чувак. Скорее всего, мне показалось. Что-то я не вижу, кого можно было бы обыскать. Обыскать. Чувак ходит и лутит, да? Вы что вы делаете, ребят? Не пойму вас. И как? Куча снорков. Ладно, пойдемте на ту точку, на которую нам нужно. Но я уверен, что у нас там будут враги, и мы там сдохнем. Так, где нам нужно искать это все? А враг? Так, давайте посмотрим территорию. Это переход куда? На кордон. Брошенная фабрика. А, вот, там нам нужно найти супераптечку. Ну, не супераптечку, но улучшенный какой-то вариант, элитный. Блин, офигенный мод. Еще раз скажу. Тут у нас могут, кстати, быть интересные враги, наверное. Кто у нас здесь, кстати? Очень интересно. Зомбаки? С чем? Калашки? Не знаю, зачем нам эти патроны, но пусть будут. Еще две аптечки. Ну, прям щедрые. Еще аптечки. Вообще. Щедрящие. Радиация? Да ну. Нет радиации. Быть такого. О. Кровотек у нас пошел. Хамас мы.
возьмем. Ого. Вот этого я не ожидал встретить. Ну это, ребят, вне всяких сомнений, круто. Так, давайте вот так вот сделаем. Что там такое? Точнее, кто там такой? А. Ну блин, обожаю эту игру. То есть обожаю этот мод. Ну B5. Точнее, B7. Нифига врагов. Патроны к шинковалке, блять, падают, это хорошо. Ой, прям в самой радиации встал и решил сохраниться. Это зашибись. Трипл килл. Вот это плохо. Их два. Я труп. Вот что это? Как это понимать, а? Блин. Не просто не подвезло, они как-то кровососы все-таки карают. Охренеть. Нормально. Чем крутить экран-то? Мать вашу. Ай-яй-яй. Короче, не обращая внимания на кровососа, идем в другую сторону, убиваем всех там, в другой стороне, и уже идем убивать кровососов, или если их не убьют, эти враги, то есть, которые там есть. Блин, как на динамике быстро грузится? Вот. Это же динамика, а грузится моментально прям. О, братиша. О, братиша. Даже не один братиша, а три. Три. Вот-вот. Замечательно. Два бинта. Так. Что меня убивает? Мозговое давление? Юзаем аптечки по откату. Аномалька. Выносливость кончилась. 50 килограмм уже все-таки. Надо выйти из мозговой активности. И выбросим один этот. Хотя лучше было выбросить это, но все же. Так, сохранить. Ух, ни хрена себе. УЗИшка. Абакан. Сколько патронов для калаша здесь валяется? Офигеть. О, тайничок. Скорее всего. Ого, неплохой. Причем. Круто.
Вообще круто. Так, что мы с вами можем выбросить? Вот это, допустим. И вот это. Это не меняет дело. Пожрать можем. Сытно. Сытно покушать. Где кровососы? Братиш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зачем камеру крутить? Не понял. Юмора вообще. Как так произошло, не знаю. Я потерял счет времени. Я думаю, на этом мы закончим данную часть. Надеюсь, она нормальная получилась. Так что, ребят, простите, если она маленькая. В общем, спасибо всем за внимание. С вами был Саня Серебфул. Всем до встречи и пока.